И снова всем привет, дорогие друзья! Вы знаете, где вы и наверняка уже поняли, про что будет ролик. А про что будет ролик, если кто-то не понял, так это то, как можно получить дополнительно себе в коллекцию вот эти, ну-ка, где они? Вот эти костяные кулаки. Это стремление всегда быть первым. Опа, кто первый, тот и первый. Запомните. Ну и суть в том, что разработчики решили нам дать кое-какую мотивацию для того, чтобы вам сделать конкурс. Вот, и где вы можете... Не то, что конкурс, это не конкурс. Это челлендж, скорее всего, для подписчиков, для вас. Вы писали мне комментарии, давайте нам челлендж. Вот я вам даю. А что нужно будет делать, сейчас расскажу. Короче, заходим мы в... Free Fire заново. Все, запускаемся к... Королевская битва, обновленные Бермуды, если что. Короче говоря, у Free Fire появился слоган. Battle in Style. Наверняка вы уже видели это... Ты что там, издаешь звуки? Наверняка вы уже видели на карте обновленных Бермудах этот слоган там на всяких местах. Он нарисован такой Battle in Style, Battle in Style, Battle in Style. Собственно, много где это есть. И я для вас придумал три челленджа. Собственно, что нужно будет сделать? Это просто пипец. Погнали, сейчас каточку мы зайдем. Здесь я вот так вот побегаю. Вот, ребят, напишите, как вам буях. И, кстати, что такое Battle in Style вообще? Это новый слоган, как я уже сказал, Free Fire. И это дополнительный ивент, который у нас во Free Fire будет идти. Я не знаю, когда вы ролик это смотрите, но если что, когда вы зайдете в буях события, типа буях Go, Battle in Style. Вот, и, собственно, это как раз таки тема видео, то, что Battle in Style это новый ивентик у нас во Free Fire. И он, походу, будет часто появляться в игре. И вообще слоган у Free Fire, я не знаю, какой раньше был, типа, но вот Battle in Style, это прикольно, мне кажется. Окей, 0 секунд осталось, и давайте прыгнем на какую-нибудь локацию, где есть как раз-таки этот Battle in Style. Блин, так я так отвык от обновленных Бермудах, где нет снега. Я просто на бетке очень много поиграл. Кстати, смотрите, на самолете Battle in Style написано. Я, кстати, раньше не замечал. Я, наверное, потому что мало играл, напишите, ну ладно. Battle in Style даже на самолете, ребят, понимаете, написано. И мы полетим, наверное, вот сюда. Давайте вот сюда полетим. Я не знаю, зачем я туда лечу, смысл туда лететь. Ну, полечу туда, чтобы найти вам Battle in Style и рассказать то, как можно будет получить три костяных кулака. Смотри. Во. Все, ребят, первая локация Battle in Style у нас тут есть. И давайте вот так вот эмоцию занем, типа я модный. Опа, Battle in Style. Тут. Короче, давайте первое, с чего мы начнем. Это будет три категории. Три категории. Можете сразу пытать три попытки. Вот. Первое, давайте так. Первый видос, который будет получать кулаки. Во-первых, вам нужно будет его записать, выложить на YouTube, выложить отрывок с моего ролика, то, что, ну, типа, вы посмотрели у меня, да, чтобы я понимал. Вот, и нужно написать будет хэштег название Battle in Style жабка. Это первое. Вот, тематика этого ролика, если что, это один победитель с такой тематикой будет, нужно будет найти все Battle in Style на карте, то есть все. Все, абсолютно, да, ребят. Вот, и один победитель получит, собственно, Battle Style. Буду выбирать рандомно, просто буду смотреть, у кого... Кто сделает, тот сделает, собственно, рандомно выберу. Это первая лока. Погнали ко второй и расскажу второй челлендж. Итак, мы находимся у второй локации. Погромче сделаю. Оп, вот вторая локация. И давайте второй челлендж. Он будет один из сложнейших, но, в принципе, нормально. Вам нужно будет, сразу говорю, на рейтинге показать, что вы в рейтинг играете, объехать все точки Battle in Style, которые есть на карте. Стоп. Оп, все, убил пока. Ну а что он тут бегает, по факту?
Я тут видос как бы снимаю. Алло. Все. Короче говоря, давайте еще раз. Вам нужно будет на рейтинге, на этой карте, объехать все точки и сделать эмоцию любую рядом с каждой, Battle on Style. Их много. Вам придется сначала их найти, все, где находится Battle on Style. И потом уже сделать ролик, как вы ездите там. Ну, я не знаю, на чем вы ездите. Выходите из тачки, вот так вот делаете одну эмоцию, хоп, сделали и поехали дальше. Также выкладывайте под хэштегом. И не забудьте обязательно под каждым роликом выкладывать свой айдишник, чтобы я вам мог отправить призы. И меня убили. Да. Ну и последнее. И последнее, что я хотел сказать, это третий кулак, который будет тоже сложный. Это вам нужно... Это будет максимально сложно, но в принципе можно забудить, поэтому я разрешаю. Нужно рядом с локацией, где есть Battle on Style, то есть не рядом, а на этой локации, убить противника. И сразу после того, как ты убьешь противника, подойти к логотипу Battle on Style и станцевать танец. Это еще сложнее, но я разрешаю вам это делать не на рейтинге. Вот. В итоге три ролика у нас получается, где можно будет получить эти кулаки. Удачи! Все это делайте под хэштегом Battle on Style, и три счастливчика получат кулаки. Можете одного пользователя, одного подписчика, можно даже три ролика. Поэтому удачи вам! Пока.